И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. И сегодня мы будем, ну не мы, а я буду вам показывать, как вообще, да. Ну, в общем, город сегодня вам буду показывать свой. Он, как видите, у меня там церковь уже, реально. И хрущевок. Одна хрущевка появилась. И я вам, в принципе, это все покажу сегодня. А, да, реально капец. Так. Давайте всем, кому интересно, сейчас покажу моды, которые у меня есть. Итак. Вот. Не буду показывать название, ладно. Вот, кому интересно, сами посмотрят. Так, ладно. Не важно. У меня по плану не это. Так. Речка та же самая. Так. Ой, опять глючит почему-то. Видео, хз, почему, если честно. Вот. Поэтому, да. Видите? У вас глючит все. Так, пробую без шейдеров. У меня вообще не глючит. То именно у вас. Итак, в общем, вообще сейчас буду вам показывать город сверху. Хотя бы постараюсь с этими глюками тупыми. Так, вот новая хрущевка там. И церковь. Сейчас вам поближе покажу площадку детскую. Вот, такая вот детская площадка у меня. И вообще напишите в комментариях, как вам такая детская площадка. Ну а сейчас я вам покажу хрущевки. Вот, хрущевка та же самая максимально. Вот, то есть такой вид из нее открывается на детскую площадку. Можно посмотреть. Хотя вряд ли ты что там вообще сможешь увидеть, потому что в городе нету жильцов. Вот, то есть такие вот детские площадки. То есть ты такой идешь к тебе в подъезд. Тут дети играются, реально. Вот. Деревья, а также камушки по всему городу теперь валяются. Вполне, чтобы выглядело все более реалистичным. Такая вот хрущевка. Так. Ладно. Давайте сейчас я вам покажу вообще магазин мебели. Вот, он еще не готов, но вот он, то есть вот так выглядит. Кстати, тумбочки очень крутые. Сейчас мод покажу. Это все добавляет вот этот мод на китайское все. Чинджифу мод, Куангоу и что-то там, реально. Так, есть уже один продавец тут. Вы можете у него приобрести все это. Пока что бесплатно, но потом будет уже платно. Итак, в общем, вот так все это выглядит пока что. И мне очень нравится смотреть на лес. Очень круто. Вот, давайте я вам сейчас покажу церковь. Итак, при входе мы видим... Эту церковь полностью я строил. Итак, да. Вот, такое крестное. Ну, не очень, но нормально. При входе мы видим такое большое окно. И шторы такие. Вот, заходим. Тут стоят стулья. Можно вот сюда подняться. Тут очень высокие потолки. И окна такие большие. Вот, также тут есть такие книжечки для украшения. Вот. Так, также я этот
сделал вот такой вот на этот, ну, чтобы дождь не капал, типа, реально. Тут можно будет потом сделать балкончики вот здесь, как мне кажется. Хотя нет, тут не получится. Не, получится. Знаете, как это тогда будет? Я такие дома в Питере видел. То есть балкончик чисто для тех, кто хочет выйти так покурить. Вот. Будет такой балкончик. Ну, наверное, для жильцов тоже балкончики будут. Вот. Извиняюсь за лаги на видео. Я вообще не знаю, почему так. Давайте шейдеры включу все равно. Все. Давайте. Сегодня еще, может, видео выйдет на канале. А так, всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяу. И пишите свои идеи дальше в комментарии. То есть, вот эта вот церковь и еще одна хрущевка, это по идеям из комментариев. И пишите комментарии и свои идеи. А я вам желаю удачи, мойте руки почаще и носите маски. Реально, все, всем пока.